Так, ну что ж, ребят, всем привет, с вами Дариди, и сегодня мы поиграем, продолжим играть в игрушку «Шальная гонка». Так, это рекомендуемые игры. Вот, мы всех в них играли. Особенно нам полюбилась «Хищная машина 2». Ну, вот эти тоже прикольные. Так, играем. Так, где мы сейчас уже находимся? На 10 уровне. Нам не так уж и много осталось, я так понимаю. Так, так, подковы. Дополнительные подковы, двойной урон. Дополнительные подковы, давайте, ну-ка, сможем? Нет, купить. Подковы. Почему-то подковы дополнительные тут не покупаются. Финишируй первый, сделай сальто, собери 33. Ты уж мать, а я забыл, как играть. А, вот, вперед. Блин, кто-то кирпичи бросает в нас. Фак. Блин. Газуй, газуй, газуй. Кнопка пробил. А, S или X я могу крутить вот этой штукой. Тем самым их бить. Твою ж мать. Блин, ну я не первый, ребят. Тут уже сложнее стало. Твою ж мать, нитро нифига не помогает. Еще только хуже. Блин. Да, вот такая вот гонка в селе, значит. Довольно-таки забавно. Мы пока что третьими едем из четырех. Так. Не забываем крутить колесо. Ну, нитро не такое уже большое, но чуть-чуть хватает. Здоровье со временем поправляется. Мне почему-то казалось, наша старая тачка была как-то более поповоротливее. Это как-то не так уж и сильно едет. Блин, гребаные кирпичи. Он достал кидать кирпичами. То есть у каждого свое оружие. Вот этот кидает кирпичами. То есть ему нужно быть первым. Если он поедет последним, то смысла нет ему кидать кирпичи. Твою ж мать. Блин, я все-таки третий все равно приехал. Давайте расскажем. Так, магазин, что можно улучшить? Колеса, я предлагаю колеса, да, улучшить до максимума. Оружие, да, давайте прокачаем оружие. Ну и здоровье. Смотрите, теперь другого у нас оружия. Давайте посмотрим предыдущую тачку. Вот такая у нас была предыдущая тачка. Причем она почему-то не раскачанная почему-то. Хотя мы ее раскачивали. Мы ее довольно хорошо раскачали на максимум. Если мне не изменяет память. Так, а следующую можно будет купить уже очень дорого. За 1500 подковы. 1500. Ну это 5 голосов нам надо хотя бы потратить. Как минимум. Пока что не будем брать, но довольно забавные. Мы, может быть, в нее все-таки поиграем с этой тачкой. Ну а пока что давайте нашим комбайном поиграем. Так. Я уже больше купить ничего не могу. Так, ну это тогда, я думаю, можно погнать. Отлично. Вашу ж мать, я заглох. Так, ну пока что мы едем вторыми, это отлично. Подкову нужно собирать, не забывайте. От этого зависит наша прокачка. Твою ж мать. Вот мы и встряли. Два раза меня...
ударили. Плохо, блин, отставать. Они своим оружием начинают атаковать. Блин, далеко я от них опять отстал. Это хреново. Нам остается только копить на брутальную тачку. Может быть, с ней мы сможем победить. Так, отлично. Ну, уже одного догнали. Добить его уже до конца. Теперь надо удрать от него. Иначе мне не поздоровится. Так, вот он, последний. Мы прям рядом. Рядом с ним уже находимся. Отлично. Твою ж мать. Неужели я первый? Фух, мы это сделали. Тут не до сальто, ребят, было реально. Дальше. Дальше у нас 11 левел. Ну, а этим мы уже потом проходим. Вот из моих друзей кто-то на 5-м месте, кто-то на 7-м. Дальше не могут пройти. Почему-то вот это у нас 8-й уровень не пройден. Давайте попробуем пройти его. Россия! Отлично, доведи хотя бы 3 овоща до финиша. Я везу огурцы, я так понимаю. Да не, мы с вами, по-моему, играли, да, в это. Тут сильно главное не ехать. У меня огурцы, сколько у меня огурцов, интересно. Половину трассы прошли, у меня так 4-7 огурцов. А что было у них, я что-то и не помню. Ух ты, блин! 4 огурца у меня. 2 огурца я потерял. Так, мне больше не стоит терять. Так, все классно. Мы получили шапку. Теперь 11 левел, давайте Китай. Теперь мы в Китае. Финиширую первым, разрушу предметы и собрать 31 подкову. Твою ж мать. Нет, сейчас я могу отстать. Я не понял, один умер, по-моему, да? Резко вырываемся вперед. Твою ж мать. Так, некоторые препятствия лучше перепрыгивать. Потому что тем будет сложнее потом их обойти. Нет. Гребаный комбайн. Блин, я реально застрял. Я никак теперь не финиширую, блин, ну это ж сколько времени я потратил. Давай, мне бы еще одно нитро. Отлично. Давай. Есть. Отлично. У нас всего-то двое оставалось. Ну, правда, подковы не собрал, но, ну да ладно. Так, странно. Почему-то вот 11-й я прошел. А где 12-й? 12-го нету. Так, открыть все уровни за 4 голоса. Ну, есть почему-то 13. Ну, давайте попробуем его пройти. Это Мексика. Очень странно, мы как-то перескочили.
Так, растаманчик. Нифига, мы подпрыгнули. Так, тут у них кукуруза. Да, нужно прыгать хотя бы, чтобы уравновешить шансы. Чувак, нам нужно вырваться. Стараемся перепрыгивать их, чтобы им препятствий было больше. Если он нас обгонит, то нам будет хреново. Так, отлично, одного мы взорвали. Здесь, по сути, он один остался у нас. Всякие овцы. Неплохо отправляемся. Во-во-во-во-во. Фух, финиш, перед финишем. Всегда так сложно. А, не собрал тыкву, к сожалению. 14 уровень. Почему-то 12 мы пропустили, я не понимаю почему. Нужно заработать кепок, чтобы открыть этот уровень. Мы, видимо, не все собрали кепки. Сколько? 29 нужно кепок. А у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 кепок. Странно. Так, ну что ж, продолжаем. А, все. Все, ребят. Жизнь закончилась, к сожалению. Мы остановились. Ну, почти уже выиграли. В принципе, сегодня неплохо так поиграли. Есть акция. Так, все уровни. Неуязвимость. Бесконечная турбо. Нифига себе, это как он будет мчать? Купить все со скидкой 50. То есть смысл покупать открытие уровня, если можно все купить со скидкой 50. Так, также наш магазинчик. Я думаю, подкову стоит покопить. Недалек тот час, когда мы с вами все-таки накопим. Уже вклад есть, 170. Я думаю, мы накопим с вами на крушителе. Это будет классно. Вот, но пока что я с вами прощаюсь, ребята. С вами был Дариди, и мы играли в игрушку «Шальная гонка». Было все замечательно. Пока что всем до скорого, друзья мои.